нас так всех перережет!
Спасибо тебе, у нас потери! И я такая стреляю в этого животного. Бах-бах-бах! Вдруг слышу щелк-щелк-щелк, прикинь? Целую обойму девяток выпустила, а он все равно на меня идет и ручищами своими машет. Если бы Джейн этого гондона не добила, он бы точно меня раздавил. Так девятый калибр уж давно устарел. Толку от него, если у этих тварей броня под кожей. Хотя вот есть одна штука. РТ-46, знаешь? Бурю. Советский револьвер? Скорее, советский танк. Один выстрел, и кто угодно коня двинет. Правда, отдачей может плечо вывихнуть, но зато врага размазывает гарантированно. Йоу, Ви, я сразу к делу. В сети есть сайт, где поливают говном мэра Уэлдона Холта.
Вернее, исполняющего обязанности мэра. Ему еще выборы надо выиграть. Короче, политика. Они все там рады друг друга в грязи искупать. В общем, мой клиент хочет, чтобы этот сайт наебнулся и больше не поднялся никогда. Просканируй мое письмо, если нужны подробности. Успеешь одного урода к ногтю прижать, а другой уже, гляди-ка, народный любимец. Выборы, выборы, кандидаты. Извини, Джонни, нет сейчас у меня времени играть в анархию. Зато есть время играть в Геракла. Рубить головы ебучей гидре. Этот город так и просит еще одну ядерную бомбу. Иди сюда. Иди. Иди ко мне.
Еще одно успешное дело на твоем счету, Ви. Мне сказали, что вирус уже летит к серверам. В очередной раз спасибо. Закрываю заказ. Thank you.
Зачем вообще что-то делать? Ah!
неприятности меня любят. Нет! У нас погибшие! Получай! Зачищать территорию!
Вероятный контакт с врагом. Началась какая-то жесткая разборка. Нападавший тяжело вооружен. Он нам очень поможет в исследовании киберпсихоза, если у тебя получится взять его живым. Все подробности высылаю.
Это чё? Обещают дожди. Да, знаю, конечно, но зато
Thank you.
Я не слышал, что я. Я мой мастер.